Так, затмение частичной Луны. 16 июля 2017 год. Харьков, 23.12 по Киеву. Еще один просвет я поймал в облаках. И вот такая красотень. Ну что, это уже хорошо. Это больше, чем можно было ожидать. Совершенно сплошная облачность была днем. Я, в общем-то, уже плюнул на эту затею поснимать затмение. А вот ты ж посмотри, хоть что-то да получается снять. Очень-очень хорошо. Очень-очень-очень хорошо. Уже подкрадываются облака. Вот она, линия терминатора, граница тени и света. Да, тут, по-моему, даже максимальный зум использовать и не стоит. Вся красота теряется. Чудненько, просто чудненько. Видно облака, как проходят по Луне, да? Добавляя колорита затмению. Ладно. Подождем, пока опять чистый участок будет.